Доходы Ставропольского края выросли. Исполнение регионального бюджета стало одной из главных тем еженедельной планерки краевого правительства. Как прозвучало, доходы региона с начала года превысили планку в 58,7 миллиарда рублей. При этом план по собственным доходам региональной казны выполнен почти на 105%. Налоговые и неналоговые поступления составили почти 35,5 миллиардов рублей. Это без малого на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2017-го. Правда, расходы бюджета также увеличились и превысили 50 миллиардов рублей. Сумма почти на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Еще одной темой совещания стал Всекавказский форум «Машук-2018». До старта главного молодежного события Юга России осталось всего 5 дней. В числе приоритетных задач на ближайший период Владимир Владимиров назвал завершение работ, связанных с подготовкой к форуму. 11 числа наш форум молодежно открывается. Работа сейчас в завершающей стадии. Прошу никого не сбавлять темпы и завершить открытие достойно. На площадке заканчиваются последние работы. Немного помешали дожди, но сейчас мы уже говорим о том, что выходим на финишную прямую и практически готовы к тому, что будем ждать гостей. Могу дополнительно сказать, что в этом году улучшено то оборудование, которое будет обеспечивать питание ребят. И надеемся, что мы полностью удовлетворим все потребности, которые возникают у ребят во время проведения Машука.